сурово рассказали о том, в каком месте она нужна, вот можно ли предположить, к чему приведет нарушение этого условия, там что нарушится? Единственное, что дело компактность. Нет, просто. Как это скажется на определенном поведении такой ситуации? Вот здесь. Мне необходимо, чтобы получить убывание решения вот этой задачи в КТ, которая там вот раньше была. Необходимо, чтобы вот эта матрица была обратима. Она мнимая оси. А мнимая часть ее прямо вот, видите, вот тут. Причем это я говорю для волновых уравнений. Если у нас уравнение Клина-Гордона, задача, конечно, усложняется, потому что там есть точки ветвления. И М, и минус, и М. И, конечно, вот тут как раз и не получено экспоненциальное убывание, а как Т степени минус 3 вторых, когда мы посмотрим по окрестности этих точек ветвления. А такое экспоненциальное убывание нужно для доказательства? Нет, экспоненциальное убывание не нужно, но вот мне нужна обратимость вот этой матрицы, чтобы здесь вот экспоненциальное убывание, чтобы можно было сдвинуть контур интегрирования немножко влево. Но на самом деле для Клейна-Гордона сдвиг влево вот этого контура интегрирования невозможен, но там возникают точки ветвления, но все равно на мнимой оси вот эта матрица должна быть обратима. Их работа, которые, кстати, даже вот немножко другие задачи, которые Комич рассматривал, там солитоны, асимптотики солитоны, именно вот это условие постоянно вот возникает на функцию взаимодействия. Даже вот в работах, вот я говорил, Якс, Чип и Лен, которые доказывали эргодичность, там совершенно другие методы доказательства, но тем не менее они доказать могут только если рост крышечка преобразования Фурье снизу ограничена там степенным образом. То есть на рост крышка все время накладывается какое-то условие снизу. А есть ли предположение, что все-таки будет с этими мокрыми, стремящимися к бесконечности, если это условие нарушится? Ну, если. Ну, возможно, стабилизации не будет, потому что у нас возникли какие-то осцилляции и, в общем, спасибо. Еще было ощущение, что она так вводится искусственно для того, чтобы получить предел. Обычно в моделях взаимодействия частицы с полем это роет что-то вроде дельта-функции, дельта от х минус х0 какой-то. У вас можно ее застремить в дельта-функции? Там она в ноль-то не будет обращаться в Фурье образ, но важно ли вам в этой функции, я вообще не сгодится. Нет, ну как раз преобразование Фурье, мне как раз не нужно она в ноль, преобразование Фурье, а дельта-функции будет единица, там, это да, хорошо. Или экспонент, это хорошо. Да, это хорошо, а вот, да, она обобщенная, необыкновенная. А на самом деле, вот, я вот тут не успела сказать, гипсовские меры сидят не совсем на том пространстве, о котором я говорила, а немножко большем. Они на Соберских пространствах там S меньше, чем минус D пополам. Но то, что я рассказывала, можно обобщить на таких пространствах, на обобщенные функции. Но вот СРО я не рассматривала пока. Стандартная модель, что ли, поле была бы именно ро типа дельта функции. Да. Иначе это регуляризация какая-то. А второй вопрос такой у меня. А в конечном, у вас бесконечный пространство в РМ, да. А в пограничной области что-нибудь можно сказать? Пограничной области я не рассматривала. Клин-Гордон в пограничной области, там ставили границы таких условий, но от них можно было уже. Я только вот в полупространстве, поскольку полупространство с нулевым граничным, причем с нулевым граничным условием, вот, поскольку это можно свести вот, во всем пространстве. Единственное, вот недавно я тоже, ну, вроде тоже близко к концу, в этом году в Арксех тоже, да, это вот на границе с условием, стохастическим условием. Или вот просто еще какая-то сила еще действует, еще вот такими условиями. Тоже можно догадаться в гауссовской мере. Но тут сильно, почему вот ро немножко размазанный, такой хороший? Конечно, с переменными коэффициентами это результаты Вайнберга, нам нужно построить теорию рассеяния, нам нужно построить волновые операторы. Конечно, ро должно быть. Ну, не обязательно с ценой бесконечно. Нет, оно не должно быть, оно помогает жить. Да, да, помогает себе это построить. А на самом деле в моделях обычно ро все-таки нету. Да, ну и здесь это вот, так скажем, аналог тех моделей.